Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем видео у меня будет прогулка по магазину Лента. Сама закупка будет в следующем видео, так что обязательно смотрите. Вот, и ездила я туда со своим младшим сыночком. Конечно, мы зашли в отдел игрушек. Вообще в Ленте появилось очень много прикольных украшений, предметов декора, в общем, все-все-все для Нового года. И, конечно, мы там с моим сыном на самом деле зависли, тоже купили кое-что. Вот, и ну, много там на самом деле интересного, и по хорошим ценам, кстати, на мой взгляд, по крайней мере, вот. Но еще там все раскладывают, такие все вот эти вот елочные игрушки, елки и так далее. Я думаю, что ближе к Новому году вообще будет еще больше. Кстати, еще зашла, чисто случайно увидела Кукмара. Помните, меня все время спрашивают по поводу моей кастрюли, там сковородки. Вот Кукмара, кстати, представлена в Ленте. Единственное, что здесь вот алюминиевая с покрытием, да, я так понимаю, это вот, но я так особо не заостряла свое внимание, вот, вот такие вот, не знаю, кто-нибудь такие когда-то покупал, не покупал, если покупали, то напишите, потому что цены, на мой взгляд, очень хорошие в Ленте, да, то есть 1500 такая вот кастрюлька. И вот казан. У меня сковородка ВУК чугунная на 3, по-моему, литра. Она мне очень нравится, служит вообще, ну, просто она потрясающая, я могу сказать. И посуда этой марки Кукмара мне тоже очень нравится. Так что у кого есть Лента и кто хотел эту посуду, зайдите, посмотрите, может быть, у вас тоже представлено. Елки. На самом деле елки вот эти вот, если их хорошенечко распушить, то они будут очень даже симпатичны. И за такую цену, которая здесь представлена, вот видите, я тут снимаю 1200, считайте, да, там очень даже неплохо. Очень даже. Потому что одно время, я помню, в Ленте были такие елочки, знаете, ну, они как бы совсем никакие, я бы так и сказала. А вот эти вот, то, что я видела в этот раз, очень даже неплохие. Посуда. Блин, мне очень понравились вот эти красные тарелки. И еще одни там дальше вам покажу. Не знаю, может быть, и прикуплю к Новому году. Кружки тоже очень симпатичные, вот такие вот. Ну, в общем, вот эта вся новогодняя тематика. Моему сыну очень понравилась. Это банка для печенья в виде Деда Мороза. Вот, свечки в виде мандаринок. Они, кстати, тоже в прошлом году были. В прошлом году новогодняя посуда в Ленте была немножко другая. Не такая, как в этом году. Вот, но мне очень понравились красные тарелочки. Не знаю. Не знаю, не знаю. Надо будет подумать. Они, кстати, фарфоровые. Я посмотрела. Так, по крайней мере, на них написано. Вот, вот эти тоже подушечки всякие разные. Вот тоже Merry Christmas. То есть для декора в Ленте можно найти, для новогоднего декора, абсолютно все. И пледы, и подушки, и посуду, свечи. В общем, все-все-все-все-все. Здесь такое уже бело-синего цвета. Вот, ну не знаю, вот эти вот красные. И вот эти вот мне очень понравились тарелки. Посмотрите, какие красивые на новогодний стол, если да. Вот думаю, вот эти или красные. Но я в этот раз, сразу скажу, не купила ничего из посуды. Вот, но думаю, если вот, допустим, только такие большие тарелки, например, красные. Красные, они же красные с белым и подойдут к любым белым салатникам, например, да. В общем, я не знаю. Вот такие фиолетовые еще прикольные, но это не новогодние, а просто такие, на мой взгляд, прикольные тарелочки. В общем, все, видите, так по цветам. И вот там дальше уже такая более детская, на мой взгляд, по крайней мере, посуда. Вот, но тоже симпатичная такая с тигренком. Вот, свечки разные. В общем, ну, просто можно зависнуть на целый день, на самом деле, только в отделе посуды. Хотя ее, в принципе, не так много, но покопаться, найти что-то интересное, конечно. Да, вот всякие свечки тоже с символикой, вот, и он с Дедом Морозами. Вот еще елочки, вот, тоже их надо просто распушить. Видите, они такие, все-таки их попытались, но, видимо, не очень. Это уже подороже, они такие более попушистее, скажем так, но все равно тоже очень даже неплохие цены, на мой взгляд, на елки. Не знаю, напишите, как вам. У нас есть искусственная елка, мы покупать не будем. Вот, она у нас, кстати, уже тоже как-то покупали с мужем в Ленте.
И эта елка у нас уже больше 10 лет, лет 15 ей, наверное, этой елке. Мы когда, по-моему, первый наш Новый год, когда отмечали, купили тогда искусственную елочку. Нам очень понравилось. Гирлянды, конечно, тут их огромное количество, такие мне понравились. Но гирлянды у меня обычно покупает муж, потому что я как-то один раз купила, он сказал, что какую-то ерунду купила. И, в принципе, так оно и получилось, потому что гирлянда быстро перегорела. Вот, обычно он у меня такими... Вот эти всякие дождики очень нравятся, они моему младшему сыночку, но это просто нечто для котов. Если я все это повешу, то это будет все просто съедено, а потом в переработанном виде на ковре будет у меня лежать, я бы так сказала. Ну, не совсем в переработанном, но вы поняли, да? У меня едят вот эти все блестючки, поэтому я не покупаю и не развешиваю, если только где-то вообще под потолок, знаете. Тем более у нас в этом году Леофан, первый Новый год у нас, у него, да, и я не знаю, боюсь за сохранность своей елки. Ну и, конечно, вот эти игрушки, гномики, совы, вот эти новогодние, боже, как мне все нравится. Я бы реально все купила, честно. Вот такой Дед Мороз мне приглянулся, эти... Все роняю, вечно мне дети помогают складывать все обратно. Вот, в общем, тоже вот эти вот. И цены, на мой взгляд, неплохие. В других магазинах, ну, намного дороже. Вот тут тоже и мишки всякие, вот такие розовые гномики. Смотрите, какая прелесть просто. Единственное, что, ну, тут то все вот так вперемешку, не всегда можно найти ценники, но можно подойти... Практически на каждом там столбе в ленте у нас висит вот этот сканер, можно отсканировать штрих-код, да, и посмотреть, сколько стоят те или иные. А с этой стороны, видите, уже такие красные, золотые, все по цветам рассажены такие гномики, они просто, ну, обалденные, да, вот это все. Я не знаю, как вот удержаться, никак, по мне так никак. Мне очень, кстати, понравилось... Видите, цены, кстати, очень неплохие для таких игрушек, вот, а после Нового года их все убирают, то есть не будет дешевле, это я уже не раз смотрела, вот, ну, может быть, ближе к самому Новому году будет чуть-чуть подешевле вся вот эта вот история. Вот такая сова, мне очень понравилась вот эта сова, не знаю, вообще сова — это на счастье вроде бы в доме, да, вот, кто знает, напишите. Вот, сова понравилась, и тут, смотрите, снеговики всякие, вот эти олени, лоси, все вместе. Еще понравились мне вот такие саночки, но их тоже надо как-то вот продумать, куда поставить, может, как-то свечи сюда, хотя свечи все это может загореться, то есть, ну, если только не поджигать свечи, да, поставить как-то. В общем, тоже все, конечно, все хочу все называется. Ну и все, мы погуляли там и уже быстренько пошли за остальными продуктами, потому что нам еще нужно было забирать моего старшего сыночка со школы. То есть нам надо еще успеть все, а мы зависли, как всегда. Вот, с сыночком тоже набрали всего интересного. Ну, как всегда, туалетная бумага. Я даже, знаете, не смотрю дома, есть она у меня или нет. Я просто ее беру каждый раз. Если не прохожу мимо этого отдела. И отдел, конечно же, с фруктами и овощами. Тоже мой любимый отдел. Я постоянно тут зависаю, много всего набираю. Хурма 69 рублей. Королек, я ее взяла, но тут нужно выбирать. Видите, есть такая крупная и жесткая, а есть и хорошая, то есть нужно выбирать. Тыквы еще продаются, но я не стала ничего брать. Как-то вот, не знаю, вот цветная капуста мне вначале приглянулась. Потом я как-то все-таки в итоге не взяла, потому что, не знаю, я одна ее ем, и что-то мне как-то, не знаю, не захотела возиться, короче. Поэтому я не стала брать. Хотя неплохая, хорошая капуста. Часто в ленте она бывает, знаете, такая уже, такая черненькая, да, вот. Яблоки тоже так вот аппетитно, они навалены, я бы так сказала, да. Вот эти красные, в общем, у меня сын как раз любит. Яблоки, рыба, но что-то мне ничего не приглянулось. Вот рыбу я всегда покупаю, когда подхожу, вижу и понимаю, что хочу купить, и я ее покупаю. А когда такого нет, то, соответственно, не покупаю. Отдел с конфетками тоже наш любимый. Мы никогда не проходим мимо, вот, особенно младший сынок. Ну и вот такие вот у меня получились покупки. Смотрите следующее видео, уже покажу вам непосредственно закупку с чеком. Ну, а я на сегодня буду с вами прощаться. Я надеюсь, что вам понравилось такое видео. Оно было для вас интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Всех люблю, целую. До новых встреч!